Короче, пятая Sony ко мне приехала сегодня, если... Прямиком... Прямиком с России, чё за хуйня? Так. Хучат. Ну да, видели вы все. Здоров, работяги. Блядь. Салам вови. Знаете, когда тёлке колготки рвёшь на жопе, блядь, чтобы её выебать в сраку. Порно я такое видел. Ган охуевший. Пиздит опять там на меня, блядь. У него ни дня нахуй без пиздежа про меня не выходит, блядь. Чё нахуй извинялись, блядь, непонятно. Но ничего, он скоро ко мне в гости в соседний дом приедет. Я его, ребят, запишу нахуй, как он у меня письку сосет. Потом солью куда надо. За базарчик придется пояснять в жизни-то, блядь. Здорово, хуйлан, давно меня у тебя не было. Ты уж и позабыл меня. Так, хотя я и ничем не запомнился. Я просто анимешник. Да ладно, ничего личного, ребят. Какие шутки вы? Это шутка, шутка, все, шутка, все. Короче, говорят, что коробка, ну, вот как в коробке она такая же, только чуть больше. У меня. Я хуй знаю. Надо как-то ее, наверное, вам показать, распаковать. Как-то. Gay sex, turn me on. А, блядь! Это пиздец, такая коробка тяжелая, это невозможно, блядь. Что это, блядь, такое? Уаа! Не, ребят, бокс пососал, это правда. Сейчас еще проверить, как он работает будет. Бать он, ой, бать он пушка, не. Сейчас сделаю, погоди, full cam. Ну, зацените, охуевший какой. Его надо проверить, как он еще работает, типа, обязательно. Но, конечно, вот это вот, ну, это пиздец. Чтобы вы знали, Xbox 30 раз был круче упакован, и приятнее его открывать было. Это что такое, блядь? 2020 год? Консоль вот так упаковывается? Это что, блядь, вы от яиц взяли, типа, эту штуку? У меня такие в холодильнике, знаете, яйца из них достаешь деревенские, кладешь в холодильник, перекладываешь. Ну, типа, в плане упаковки очень плохо упакован, дешево как. Тот же Xbox, типа, попрезентабельнее. Ребят, это халява, это я не покупал. А мнение объективное будет причем. Мне Sony подарили. Я во вторую волну заноса блогером, типа, попал, и мне подарили консольку. Эй! Не, ебать, она тяжелая, конечно, это пиздец. Так. Какой-то. Тут хуй затерто тут. Кстати, непонятно, кто затер. Тоже затерто. Ладно. Ну-ка, вот так выглядит примерно. Это шаурмечная. Вот так не видно. Бля, ну пластик, конечно, типа.
Какие? Такой, типа, пластик, вот как, знаете, вот, блядь, пластик-пластик. Вот Hyundai Solaris самый-самый эконом, блядь, вариант. Прям вот такой вот. Да переверни. Да мне похуй, ребят. Я не ебу, как она стоять должна. Стоит и стоит башня эта. Иранская, судя по всему. О, мне даже с дисководом досталось. Днем смотрел Шевцова, а там музыка с твоего начала стрима. Я, блядь, дернулся. А нет, тут чё? Наоборот, это Шевцов на стриме сидит. Гослушать альбом Медикса. Такс, надо бы эту хуету запустить, как думаете? Надо бы ее запустить. Эмбарго-то слетел. Но вот это имба. Я не знаю, он удобней стал. Он стал удобней. Эти кнопки надо раздрочить. Сок. Ебать, 2 месяца. Ух ты, ёб твою мать. Короче, как говорят, здесь вибрации дохуя. То есть вот по факту сейчас проверим, потому что Xbox выёбывается тем, что они, блядь, самая пиздатая гоночная консоль в мире, самая охуевшая консоль, типа самая мощная. А нахуй эта мощность нужна, когда PlayStation все это время выёбывается своим геймпадом. Так что, типа, я не знаю, сейчас попробуем ее запустить. Верно. Да, мы ее попробуем запустить. О, вот. А ну. Антика. Так, это что? Стоп, тут какая-то хуета в подарок идет. Что это такое? Подставка под тарелку какая-то. Прикольно, спасибо. Не, а что это за хуйня вообще? Что это такое? Судя по всему, это, наверное, на нее надо консоль как-то ставить, только я не понимаю, как. Где ноги? А, ребят, я их потерял. Так у меня ног и нет, вы чё? Их оставил в ванной, когда мылся. Вы можете мне объяснить вот это для чего? Хватит надо мной угорать. Не инвалид я, не инвалид, ноги есть. Смотрите, вот что здесь, вот это для чего? Вот эта пластмассовая штука, подставка, да? Как ее поставить, типа, я не понимаю. Блять, ой, пиздец. Походу не так. Не понимаю, блядь. Что-то она неуверенно очень стоит, я вам так скажу. Там болтик есть. Какой болтик? Да, в натуре. Какой болтик? Так, ну это... Ладно, знаете, это хуйня какая-то бесполезная, и никто пользоваться не будет. Нахуй нам нужна вообще, когда ее на пол можно? Какое-то изобретение, блядь, для дебила. Так. Ну реально непонятно, зачем нужно было такую миску дешевую пластмассовую, блядь, придумать, когда, типа, даже у чайника пиже подставка, типа. Ну, типа, это какая-то бесполезная хуйня, честно. Так, мне бы карту захвата притащить сюда, сейчас. Получается, это блок питания. Ну, не блок питания, блок питания там внутренний, конечно. Когда менты отнесли тебя в другое место и сказали, заебал ты тут копейки просить. Ты такой встал своими ногами. Ой, ладно, я пошел, ребят, я больше тут не буду стоять. Такс. Где подключается? Под столик залезу. Чатик ку-ку. Куда ты едешь, брат? Стой! Братан, уходи!